Видеодневник второго дня ремонта. Находимся в Тбилиси у электрика Гио. Лучший электрик в Тбилиси. Уже много чего сделали. Поменяли листоки, поменяли колодки. Купили коврики. Сейчас занимаемся электрикой. Машина склонна к нагреванию. Сейчас вот купили на разборе за 120 лари. Это 2400 примерно рублей. Bosch генератор. Вот генератор Bosch с разбором. Сейчас буду смотреть, что где. Проверим, хорошую ли взяли, может, ерунду сдавать поедем. Дело в том, что новый будет только китайский, еще хуже. Это отлично, побегает. 120 миллиампер должен обеспечить хорошее охлаждение машины, не будет перегреваться в пробках и так далее. Как настроение, Георгий? Аргат, Магурдзан Дебит. Добро пожаловать в Грузию. Все замечательно здесь. Вот так вот сушат тут, как в Кисловодске, одежду. Пойдем покажу, там такая машина стоит. Просто обалдеет. Пойдемте. Подожди. Остин Купер. Да. Ретро Купер. Вот это маленький реально, да? Вот такой нужно в Москве иметь. Кожаное сиденье? Ну там все нормально. Торпеды нет, а так и работает. Какая? Арабский. Я сюда попаду арабский.